Что их это за граница так тянет? Наша территория похищена. Два барана. Как похищены? Вот они на нахту стоят. У меня приказ, чтобы без визы ни одна мышка не проскочила. Еще сказали, что птичкам нельзя. Птичкам тоже нельзя, потому что они из России в Грузию заразу на лапках несут. Курам старика в базе застрелят. Зачем вы деда в реку загнали? У него паспорта даже с собой не было. Откуда он знал, что на речку надо с паспортом идти? Опять твой этот миллионер. Я видел, как он на тебя смотрит. Как? Как мужчина. Как он должен на меня смотреть? Пусть никак не смотрит. Не забывай, что ты моя невеста. Давайте выпьем. Не могу их больше. Воды выпей. Воду пить грех. Чудо. Свершилось чудо. У вас из скалы арака течет!